Есть идеи, как превратить Ямал в настоящий туристический регион? Тогда участвуйте в конкурсе. На поддержку конкурсных проектов развития туризма в регионе выделили 7 миллионов рублей. Заявки на участие принимают на портале tourism.yanao.ru до 1 апреля этого года. Претендовать на субсидии могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Участники должны быть зарегистрированы на территории автономного округа. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма, лучший проект по развитию туристской инфраструктуры округа, лучший проект по увеличению въездного туристического потока, лучший проект по популяризации национальных традиций народов Севера в сфере туризма и лучший проект в сфере туризма, связанный с использованием информационных технологий или интерактивных сервисов и продуктов. Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону 8 349 22 3 72 49.